предлагаю, я предлагаю свои поклоны. Мы по милости Курудева пришли в место рождения, и совершая Навадвип Даму Парим по пути на Санкальпу, место рождения Санкальпу. Мы пришли в Девананда Гаудия Мат. Здесь я получил дикшу, паринаму и саньясу. Поэтому, то это место рождения, место второго рождения. Джанмабхуми — это там, где происходит творение. А кто может понять славу Джанмабхуми? Сам Господь Рамачандра, когда отправился в ссылку, даже он брал с собой горстку земли со своего Аюдхи и держал это в течение всегда со своей ссылки, всегда каждый день поклоны делал. Группа вот так под руководством Гурудева. Мы тоже кланяемся этому месту рождения, Вайшнава, чтобы они... чтобы мы могли пройти этот путь бхакти. Все здесь напоминает теми славными деяниями. Вот каждое место здесь имеет свою особенность. И все это сразу идет с смотрите за памятование. Вот смотрим на алтарно. Шрила Гурудев красиво сделал этот алтарь. Смотрим на Дармашалу. Вот там Дармашала. Там еще библиотека. Вон там за матхом, там место, там школа. И все это, все имеет связь со Шрилом Гурудевом. Все это сразу дает глубокие воспоминания Паривраджик Махарадж. Говорит, вот этот Дармашал. Кришна Крипа, Рамачари Мадхусудан Махарадж, он поддерживал этот хозяйственно. Там покрытие. Вот там где-то на какой-то крыше она прям упала, но по милости, но Гауранги, Махапрабху, никаких последствий не было, никто не пострадал. Но все сразу же приходит, все эти воспоминания нахлынули. Здесь мы как брахмачари служили, вот там издательство, вот там машины, по которым было первое печатное издание. Вот Парибраджик Махарадж там работал. Мы очень много усилий здесь своих приложили, мы очень много служения. Все брахмачари день и ночь служили здесь. Все вот это, безусловно, напоминает. Вот тут Шрила Гурудев. Вот тут, потом тут Паривраджик Махараджа, вот тут вот здесь жил. И там. А до этого Шрила Гурудев там тоже жил. И вот Джайва Дарма там писал.
Шрила Гурудев, Шрила Бхактивиданта Вамана Махарадж. Вот там под деревом он давал свой даршан. Вот это место и есть наше место рождения. Там мы дикша мантру получили. В это место мы пришли. В этом году ушел Шрила Бхактивиданта Мадхусудан Махарадж. Он очень был связан был с этим местом. Он много служил здесь. Он и Бенгали Панчика здесь считал. Вот в этой комнате жил, на углу жил там. А там дальше маленький бачан кутир. Да, мы сейчас проходили вот этот сад, Трикуна, где-то ашрам, а там, где самадхи Тривикрама Госвами Махараджа. Вот это Мадхусудан Махарадж сделал там. И Мадхусудан Махарадж со всеми он деревья приносил. पहला जो है उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं बस धूल जैसे होते हैं उसके साथ गोबर लगा करके какие-то और छत पर हम लोग सब приготовление пищи какой-то सेवा आदि होता है ऋषि काठमांडू का ना на кухне служил स्मरण आ जाता है все это воспоминания приходит. Шипат Бхактиданта Мадхусудан Махарадж, это, кстати, еще и дядя Шипат Бхактиданта Бон Махараджа. По крови, то есть они из одной семьи. Шрила Гурудев, когда Гурудев приходил, он сидел там под деревом, а мы вокруг усаживали с него. И слушали шлоки, гиты, бхагаватам, учили так татва сиддханту. Вон там гошала. Вот Парамгуру Махараджа установил. Шрила Гурудев. Я предлагаю множество своих поклонающих Мадхусудан Махараджи, чтобы он всегда милость проливал, чтобы я тоже всю жизнь послужил вайшнавам. Он говорит, какая, говорит, общая особенность у Вамана Махараджа. У них в одно время и уход, и приход. У нашего города три Харинама Джанмастан, это первый, под Чайтанья Мат, Дикша Кришнанагар, Джел. Что же у вас Шрила Бхактивиданта, он сказал, что Шрила Бхактивиданта Вамана Махараджа, он дикшу получил в тюрьме, когда Парам Гурудева после заключения там посадили, вот там Вамана Махараджа. Говорит, у него, говорит, три места рождения, говорит, одно там, одно здесь, третье я не поняла.
हरे कृष्ण अज्ञान निरंजस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंचाकल्पतरुकृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे सर्वज्ञ असंग गुरुपाद परमा जगदगुरु नित्यलाभ विष्णु विष्णुपाद Это брат Шипат Бхактивиданта Мадхава Махараджа, родной тоже. Слагает поклон Шипат Бхактивиданта Нарайана Госвами. परम गुरुदेव जगदगुरु नित्यलाभ विष्णु भक्ति प्रज्ञा शिवभक्ति प्रज्ञा शंकर सहस्त्र सर्वभक्ति प्रणाम करुं भाई तदंतर नित्यलाभ विष्णु भक्ति सिद्धांत शास्त्र को संख्या को प्रभु पाद प्रणाम करुं सहस्त्र नंदन मातृ वृंदा মাতৃবৃন্দ সজ্জন করতে আমরা প্রণাম করতে পারি। Во время Навадвипа Парикрама কয়েকজন বয়স্ক ঠাকুর এসেছেন পরম গুরুদেবের সকীর্তন চিন্তা করছেন কি দিয়ে বৈষ্ণব সেবা হবে চিন্তা করছেন এমন সময় একটা চড়ুই পাখি কেবল একটা টোবলা এখানে ফেলে দিল সেই দিয়ে বৈষ্ণব সেবা করলেন ওই জন্য চড়ুই পাখিকে খুব ভালোবাসতেন পরম গুরুদেব সেই পরম গুরুদেবের তিনজন Он рассказал, была Парам Гурудев, по, на его жизни можно было видеть, как Кришна все устраивает. Он рассказал историю, когда нужно было накормить духовного брата, не было денег, и птичка прилетела, и денежку дала. একদম ঘড়ি ধরে চারটের সময় তিনি আমাদেরকে এই পাঁচজনকে কিভাবে তিনি গুরু সেবা করেছেন তার প্রমাণ বা তার যে উদাহরণ সমস্ত বৈষ্ণবদের দিয়েছেন বন মহারাজ দিয়েছেন গুরু মহারাজ এখানে এক সময় তিনি নবদ্বীপ পরিক্রমা আসতে পারেন নাই অসুস্থ ছিলেন আমি ছিলাম সঙ্গে আর ছিল গোপীকান্ত ব্রহ্মদেব জনার্দন মহারাজ ছিলেন সেই সময় একটা চিঠি লিখতেন ছিলেন নারায়ণ গোস্বামী মহারাজকে দেখুন ওখানে বলছেন না যে আপনি আসন পরিক্রমা এরকম বলছেন না যে এটা আপনার গুরু সেবা আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করছি এরকম নয় এটা আপনার গুরু সেবা আপনি ধাম পরিক্রমায় আসবেন এ তো জানেন তো গুরু মহারাজের মহিমা এবং তো নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের মহিমা এবং তিলোত্তম গোস্বামীর মহিমা আমরা অন্যান্য বৈষ্ণবের কীর্তি শ্রবণ করো বাঞ্ছা নতুন বাজ কৃপা সিন্ধু ভয় বচে তবে দাঁড়ানো পাবনে বৈষ্ণব হরে কৃষ্ণ জয় জয়ন্তী এর পূর্বে
আমাদের শ্রী বন মহারাজ বলছিলেন কয়লা দিয়ে ঘুটে দিয়ে একটা প্রথা মনে পড়ে গেল। আপনারা সকলেই আমাদের কৃষ্ণদাস প্রভুকে জানতেন, যিনি কীর্তন এক্সপার্ট। раньше тут Кришнадас Прабху совершал он на большой искусный. বাইরে থেকে কয়লা আসলে কয়লা বইতে হবে। Он как кукушка, у него голос. Прабху. বলছে প্রভু প্রভু আমি একাই এত কালো আর কয়লা বইলে আরো কালো হয়ে যাবো। আর গুরুদেব বলছেন বিশ্বাসী পায়েস খা বেশি করে করা মনে হয় গোড়া হতে সাদা হতে। আমার গুরু মহারাজ কখনো বৈষ্ণব নিন্দা সহন করতেন না। যখন গুরুদেব বিদেশে প্রচার আরম্ভ করেছেন, когда совершал проповедь на Западе, এখানে গুরু মহারাজ নাট্য মন্দিরে পাঠ করছেন, গুরু মহারাজ উপরে আছেন। Он до того, как поехать на Запад, он отправился к Вамана Махараджу, он туда на второй этаж поклонился. И его духовный брат сказал, он благословлял его. Если кто-то что-то против говорил, он Шрила Бхактинарайана Махараджа, вам Шрила Бхактинарайана Махарадж говорил Харе Кришна, и никак не реагировал ни на какую критику. Он говорит, мой секретарь, আমাদের কৃষ্ণকৃপা প্রভু যিনি পরে মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ হন, উনি ওখানে ঝাড়ু লাগাচ্ছিলেন। মধুসূদন মহারাজ দায়িত্ব বল কৃষ্ণ কৃপে প্রভু ছিল না গামছা পরে, ওই সন্ন্যাসী ভাবছি দেখেন তার চাকর হয়তো বলে এই তোমাদের সেক্রেটারি কোথায়, বলছে যা ওখানে নাটকে পাঠ করছি। উনি তো জানেন না এই মাঠে মা ভাবছেন চাকর গামছা পরে আছে ঝাড়ু দিচ্ছে। বলছে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। বলে যার কাছে নালিশ করতে আসবেন, আগে তো তোমায় বললাম আমার গার্জেন এসে নৈসী নারায়ণ গোস্বামী। Он говорит, мой грехохранитель это Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж. Вот, то есть к нему приходили жаловаться на Шрила Гурудева, а вот так отправлял вам на Махарадж. Сейчас на хинди, Шрипад Шридхар Махарадж. ओम ज्ञान सुमिराम दस ज्ञानांजन सलाकिना चक्षो रुन्मिलिता मुझेना तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निसानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब रहा कुल बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 परिक्रमा करते करते अभी उपस्थित हुए परिक्रमा पिछले वक्त मंदिर सबके सब श्रवण किया है हम सब जो много слушали Шрила Бхакти Прагьяна Кеша Госвами Махарадж सर्वप्रथम इन्होंने इसी прежде всего здесь открыл мандир इसलिए महाराज जी बड़े वैदांती अबड़े तत्वदर्शी
Он был великим знатоком, мудрецом Веданты, и поэтому вся его деятельность была вот с этим смыслом. Каждое место Девананда Гаудиама. Почему такое именно название? Девананда Пандит, это был большой пандит, большой знаток Бхагавата. Но раз он Шримад Бхагаватам является собой всю расу, то Бхагавата – плод према, раз. А Шривас, например, когда слушая от него вот эту шлоку, описывающую красоту Вайнджанти-шамала-рандрана-бейн-радар-судхая-пурая-на-гопа-бриндаи Vrindāranam Svabhadaramanam Pravisastat Gita Kirti В этом, слушая этот стих, Шривас Пандит начал погружаться в прему, у него проявлялись 8 симптомов. Откуда это? Нужно вывести его. И Махапрабху хотел разорвать его Бхагавата, потому что он не понимает Бхагавата. Если ты не понимаешь, что Бхагаватам это плод прем, то Махапрабху хочет разорвать такое. Итак, на основе Веданты он дал все названия. Там над дверями написано Нарахари Тара. Кто такой Нарахари? Это был очень близкий слуга Шрилы Прабхупады, который мораль здесь, что если ты хочешь служить Бхагавану, нужно служить так, как Нарахари. Пока ты не получил даршан, пока ты не послужил гуру, не будет места в бхакти. Поэтому на воротах он написано Парам Виджайте Шики Са Санкиртанам. То есть, каким образом это совершается? Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нужно принять прибежище у Харинама. Вот там сзади, там Мадан Мохан Каран. Почему? Причина в том, что по милости Гуру, когда ты принимаешь прибежище у Харинама, то куда ты ходишь? Какое назначение? Манмата, манмата. Для того, чтобы войти, в Гопи-гиту, манмата, манмата. Что является высшим назначением? Это раса мандала, обитель божественной расы. А вон там издательство, Вайкунта. Что это? Это нисхождение Вайкунхи. Вот это надка, алтарная, это киртания Садахари здесь. А там где алтарь? Там установил 4 ачарьи. Почему? Потому что мантра получена не от одного из 4 сампрадай. Не будет иметь силу. Нужно, пока ты не прибежишься у сампрадая, не сможешь войти в бхакти.
Точно как Кришна, игра на флейте называется гопи, так вот там, вот там Гаршала, он назвал ее Говардхана Катху, то есть там, где Кришна пасет коров. А вот где туалет, туалет он назвал Гьяной. Там, там где нет алтарная, и там и там установил божества. Бхакти, не про, какое имя у Парамгурудева? Бхакти Прагьян. Прагьяна. Какая там гьяна? Самая это высшая трансцендентная гьяна. То самое Парамагухья. Какое Парамагухья? Это там где? Это где? Шри Кришна? Кишориджи. Рахасья обозначает бхакти. Радха Кришна не сраджа гопи, так, только тогда он полный, только тогда Кришна в полной форме. Вместе с према бхакти, именно это обозначает прагьяна. Вон там вот стан Радха Кришна Махапрабху. Почему он давал титул всем саньяси Бхакти Веданта? Обычно все люди воспринимают Ведант под слово Веданта, да, Мамаявату. Веданта, Веданта. Но что такое настоящая Веданта? Веданта — это заключение знания. А это не Нигама Калпа Тарур, Галитам Фала, это Шримад Бхагавата. А что является сутью Бхагавата? Десятая песня. А что является сутью десятой песни? Где Шри Кришна признается, что он не может отплатить гопи на паре хам. Когда там, где гопи искали Раду и Кришну, они обнаружили отпечатки стоп Шримати Радхики, и тогда Шукадев Госвами, он провозгласил высшую славу Шримати Радхарани. Почему же Шрила Бхактивинода Кешава Госвами Махарадж божества не черный сделал? Шрила Бхактивинода Нараяна Госвами Махарадж абсолютно за всем глубокий смысл положил. Махапрабху приходит в Кали-югу, и вот Шьяма-сундар там, он тоже, так же как Махапрабху, приходит с настроением Шримати Радхики, так же и Кришну на алтаре тоже сделали цветом Шримати Радхики. Каждое название, которое он давал, имеет очень глубокое значение. Мы пришли в этот храм. Мандир, где три великих вайшнава, как Шрила Бхактивинода Вамана Махарадж, Шрила Бхактивинода Нараяна Госвами.
और कृष्ण जी को हम घर में सोते थे, बन महाराज और हमको उनको घर में भी हम सोया करते थे उनके, इसलिए हमको साधारण बच्चे रूप में बहुत प्यार देते थे। Пусть даже как они детям, детям они столько много любви подарили, чтобы они подарили нам всем служение, милость свою. Чтобы все вайшнавы подарили свою милость, чтобы наша Нейпадхава Парикрама была очень удачлива, и чтобы мы вошли в Раджа Прему. हरे कृष्ण। हमरा खूब शीघ्र संकल्पर जाब आपनारा विभिन्न बक्ता मन मध्य के सुनलें নিবেদন করছি, আপনারা বিদ্যা বিচারক বিবেচক বিবেচনা করে দেখবেন, পরম গুরুদেব তার একটা একাধিক অর্থ যখন কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে, যখন কৃষ্ণ গোপীগণকে আমি শ্লোকে ব্যাখ্যা যাচ্ছি না, তো ওখানে তখন পরম গুরুদেবের একাধিক অর্থ ঢুকবেন, নরহরি তরণ দুটো অর্থ, то есть он повторяет то же самое на просто Шридхар Махараджа говорил на хинди, а Мадхи Махарадж сейчас повторяет это для бенгальцев. Он говорит два значения там на Рахари, ворота, и Нарахари слуга, и плюс еще Нарахари это Нарасимха тоже. Потом танки Мадан Мохан место. Пока у нас это значит о том, что пока у нас не будет самбанды с Маданом Мохом, мы никогда не войдем в бхакти. Мадан Мохан является божеством самбанда татва. Мы слышали про название Девананда. Его как звали раньше? Винода. Что обозначает Винода? Винода тот, который дарует радость, блаженство. Это значит, что он так много служит. দেবানন্দ দিব্য আনন্দ বজেস্তনা ব্লেশন для Кришны. Здесь он служит своей трансцендентной форме Винода Манджари Кришна. Наше божество же Шамати Радхика. Нет, у нас с Кришной издалека самбанда. У нас непосредственная самбанда именно со Шамати Радхикой. Шакти, Шакти Матур Абеда. Нет разницы между Шакти и и господином Шакти. Мы
দেখুন এখানে কেন ওই শক্তি শক্তি মত অভেদ শক্তি শক্তি মত মত অভেদ Param Guruji, установил Чайтанья Дева, Кришна Дева и Рада Дева. Все три не отличны друг от друга. И поэтому назвал Дева Нанда Гаудия Мат. Такой глубокий седанту. শ্রীমতী রাধা ঠাকুরের সেবা করছেন কে? ওনার মঞ্জরীগঞ্জ নিত্য সখী বা প্রাণ সখী. Шримати Радха Нитро служит Прана Сакхи и Нитья Сакхи. Когда она идет в Ява, с ней потом манджари служат. Шримати Радха Нитро. Почему ты смеешься? Да не, ничего. Ну почему же ты улыбаешься? Какие причины могут быть, когда человек смеется? Если человек будет беспричинно смеяться, то его подумаешь, что он безумный. Ты что, такая безумная? Что такое Веданта Сиддхант? О, Сакхи, у Радыги послушай. Я видела сейчас, как где это кто-то. Я в доме Нанды. Смысл Веданты. Это танцевать. Бхактивиданта, смысл, это когда манджари получают даршан Кришны. Поэтому Бхактивиданта, те, которые получают даршан Кришны, поэтому он дал титул Бхактивиданта. Что обозначает Баман? Вся наша Гуру Варга, она относится настроение левого крыла, Бамья. На санскрите Баман. Он обязательно Кришна кто? Обязательно левого крыла. Поэтому Вамана, Нара это Джива и Раса. Нар. А вот Айна – это обитель, прибежище всех жив и расы, а три Викра. Три Виктора. Три Шакта. Все три получили одновременно саньясу в Матхуре. Шри Кешава Джагаудия Матхи. А, там же Бхактивиданта Свами Махарадж получил. Пока саньясу не получил, можешь ли ты проповедовать? Гурудев говорит. Бхакти Прадан, наш Бхакти Прадан, тот, который дарует нам Бхакти.
এই বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি। গুরু ভাই প্রণাম করতে গেছি, গুরু ভাই এই নৃসিংহ নবীনকে যেত, আমি কি করবো গুরু মহারাজ? বুঝলেন, নাম চয়ন কর। বলে একটা নাম ছেড়ে যে, কি নাম? বলে পরিদর্জন। বললি কে? বলে কমলাবতীটা বলে গেছে, অন্য তিন নাম কর। আপনি বলুন, দিয়ে ন্যাসি হয়, নিরীহ হয়, নিষ্কিঞ্চন হয়। বেদে 108টা নাম তার মধ্যে থেকেই দেওয়া হয়। কিন্তু বাকিগুলো ছোট সুন্দর, они все красивые. Гурудев улыбался. Такое имя. বলছি আপনারাই বলেন ফলে ন পরিচিয়তে, গাছ তোমার নাম কি? বৃক্ষ? বলে আমার ফল দেখে চিনে না। Если вы на рай, на горе, то какой плод должен быть? Как попадем? আর উনি কি করলেন? যখন এত লোক কত প্রসন্ন হয়েছেন, চোখে ছলছে জল পড়ছে আমার সামনে, আমি আমাদের কৃপা করুন, আমাদের সঙ্গে Гурудев, в общем, Гурудев был так доволен, как Тривикрам Госвами Махарадж проходил парикраму, это больше всего удовлетворяло его сердце. Сейчас идем на Гангу делать санкальпу, принимать омовение в Тривине.